друзья, прежде чем я вам расскажу, что сегодня будет происходить, разрешите от всей души поздравить вас с Рождеством. Дорогие друзья, мы вам желаем счастья, здоровья, хорошего настроения, много простых, но таких нужных нам чудес в этой жизни, да, чтобы немножко отдыхать от такой вот суеты. И мы сегодня попытаемся также отдохнуть от этой суеты с помощью музыки, дорогие друзья. С Рождеством! И теперь добрый вечер! Сегодня концерт необычен тем, что я взяла на себя риск все-таки попробовать сыграть программу не на своем инструменте, а на рояле, так как с детства его очень люблю. И с огромным удовольствием вам хочу представить музыкантов, которые согласились помочь и согласились объединиться в трио. Как его назвать, мы пока не знаем, но мы все земляки. Итак, на контрабасе Виктор Шестак, дорогие друзья, поприветствуем. На барабанах Вартан Бабаян. Первая композиция называется «Играем с тобой». Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Сегодня, ну, конечно же, особенно и волнительно, что у нас не только премьера трио на несвойственном, но любимом инструменте, все-таки не основном, но у нас основной, как и саксофон по любви, конечно. Вот, ну и премьера трио, премьера музыки, все вместе, еще и в Рождество, и для вас спасибо, что вы приехали, потому что концерт невозможен без совместного созидания. Спасибо, дорогие друзья. Мы продолжаем, и следующая вещь называется «Соло Куба». Thank you.
спасибо, дорогие друзья. Вот еще одна, так сказать, еще одно Рождество, рождение, то бишь на сцене для вас впервые нашей музыки. Как все это созвучно, как все это приятно. И как сказать, благодарен судьбе за такие сочетания потрясающие. А вы знаете, сейчас прозвучит вальс, он называется «Чувство осень». А чувство осень. Но осень не обязательно время года, вы понимаете. Это может быть определенное состояние. Сейчас попробуем. Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья. Большое спасибо. А сейчас, ну, такое необычное название. Я, может быть, как-нибудь вам потом расскажу, почему так называется. Называется «Зарубус Гласкова». Вот осень, отпусти, пожалуйста. Зажигай. Как хорошо, что я плохо различаю слова с этого расстояния. Зажигательно что-нибудь. Осень, отпусти. А мы уже все отпустили. У нас вот, уже спасибо, с рождения зажигаем. Да. Thank you.
дорогие друзья. Спасибо, благодарность к вам, к моим дорогим коллегам в новом трио. Это Виктор Шестак, контрабас. И... Господи, спасибо, сохрани. Вартан Бабаян, барабан. И, ну, позвольте, да, так сказать, в честь, так сказать, да, господи. Еще все-таки сыграть Берни Стюн немножко так, с прибабахом сейчас. Берни Стюн — это единственная не наша композиция. Дарк с Гласпером, там вы почувствовали откуда цитата-то? Ну, наверное, почувствовали.
пианист, и я возьму саксофон. Чуть-чуть пауза. Дорогие друзья, ну как, мы готовы продолжать все вместе? Вроде бы как я вас слышу, не слышу одновременно. Дорогие друзья, вы здесь, вы готовы? Спасибо большое. Вы знаете, вот мы начнем немножко необычно. Сегодня Рождество. И у нас для вас музыкальный подарок. Это девушка, ее зовут Вероника Серебренникова. Я ее очень люблю, потому что если вы не слышали, как ангелы поют, то сегодня вы услышите, потому что тембр у нее совершенно ангельский. И поскольку сегодня Рождество, то давайте ее поблагодарим за то, что она к нам приехала, поздравить вас, поучаствовать, и мы споем такую красивую песенку. Вероника Серебренникова! Сейчас позвольте пригласить на эту сцену Дмитрия Логдин-Рояль.
Девочки, выходите с улицы. Встречайте, пианист. Дмитрий Лугин, родители. Виктор Шестак, контрабас, дорогие друзья. Гартан, Бабайн, барабаны. Я, кажется, что-то с собой не взяла сейчас. Thank you.
Спасибо, и я вот его да, уговаривала. Все-таки сегодня будет еще одна композиция. Она называется «Friendship». Thank you.
испорченьше. Шут. Ну, радуйтесь. И, друзья, ну, да, вот сейчас немножко повыпендриваюсь, извините, сейчас я, вот, мы с вами, да, будем вместе, так сказать, играть. Но петь я буду, как будто меня трое, и я, это не я. Да, а что, я, да, кто тут вы лично, а меня больше. Night.
Здесь, в общем.
Рождеством, дорогие друзья, радости вам, любви, здоровья и всего самого хорошего. Спасибо, что были с нами сегодня. Дорогие друзья,
каждый раз, когда мы это играем, это композиция, у нас уже традиция предложить вам загадать желание. Все они сбудутся, загадывайте. I see trees of green and red roses too. I see the blue for me and you. And I think to myself, oh, what a wonderful world. Red roses too.
what a wonderful world. Hey, my happy. What a wonderful world. I see skies of blue. Hey, ваша королева. С Рождеством, дорогие друзья!